Всем привет, друзья! С вами Милюша и Зуфара Язгулова. Мы старшие золотые директора в открытой квалификации сапфировых директоров. Пришли мы в этот бизнес 3 года назад. Я расскажу немножко свою историю, потому что первая пришла в этот бизнес я. До этого бизнеса я работала в полиции. Пригласила меня моя знакомая. За 2 недели до родов, как раз таки, когда я собиралась в роддом за вторым ребеночком, она мне написала ВКонтакте. И как раз таки я была открыта для этого предложения. Я решила попробовать. Присоединилась, начала развиваться в этом бизнесе. И через 3,5 месяца была открыта квалификация директора. Конечно же, с 2 маленькими детками результат было делать немножко сложнее, потому что дочке было 2 годика, а сын только-только родился. И на тот момент, когда я присоединилась, у меня муж работал на заводе. И, конечно, интересно узнать и его мнение на этот счет. Когда вообще супруга начинала строить бизнес, я как-то скептически к этому относился, потому что, ну, как-то это было новое для нас, и среди наших знакомых таких людей не было, которые развиваются именно в сетевом бизнесе. Вот. Но она быстро сделала результат, доказала мне именно результатом, ну, эти возможности показала. Вот. Но, наверное, так скажу, что я перестал мешать, когда она начала как бы зарабатывать. Да. Вот, но меня зацепила именно первая золотая конференция. Да. Сейчас я про эту конференцию расскажу более подробно, как же это происходило. То есть как раз-таки вот в этом, в 5-м каталоге я открываю звание директора и очень активно работая весну и лето, да, плодотворно понимая то, что к 14-му каталогу нужно сделать квалификацию золотого директора. И как раз-таки в 14-м каталоге я открываю звание старшего и золотого директора. То есть в этот момент делаю такой рывок, делаю как раз-таки прорыв в этом бизнесе. Вот, после того, как она квалифицировалась, получается, в 2017 году мы побывали на золотой конференции. Это был юбилейный круиз на лайнере по Средиземному морю по Италии, Турции, Греции. То есть мы были в 3 странах. Вот, увидев эту роскошь, увидев эти возможности, я тоже рассмотрел то есть присоединение своего в сетевой бизнес, именно бизнес-компания Oriflame. И по возвращению с конференции я тоже написал заявление, уволился с наемной работы, вот, и присоединился уже. Ну, теперь мы развиваем только семейный бизнес с компанией Oriflame. И что же нужно делать, друзья, чтобы попасть на золотую конференцию? Ребята, 14-й каталог нужно открыть звание золотого директора, чтобы в следующем году уже поехать на турецкую ривьеру. Туда, где отдыхают звезды, туда, где все включено, туда, где отель 5 звезд ультра. И это вас ждет. И каждый, кто сегодня решится сделать первый шаг к этому, нужно, конечно же, ежедневно предпринимать действия. Какие же это действия, мы с вами, конечно, знаем. Да? 3 наших волшебных правила. Рекрутируем каждый день, делаем 1 регистрацию в день, обязательно обучаем свою команду, встречаемся, тем более сейчас лето, да, сезон шашлыков, каждый раз какие-то выездные мероприятия организовываем, выезжаем к своим партнерам, не сидим дома, поэтому нужно активно-активно действовать. И, конечно, это личный товарооборот, то есть то, что мы делаем каждый день. Вот, тем, кто хочет квалифицировать на золотой конференции, нужно расписать четкий план, план к четким действиям, которые вас приведут именно, то есть, к этому результату. Расписать 14 каталога открытия золотого директора, и как раз вы квалифицируетесь на 2020 год уже на золотую конференцию в Турции. Вот. И этот план нужно расписать, ребят, конечно же, со своим директором, с тем человеком, который тебя пригласил. Нужно расписать план так, чтобы понимать, да, какой каждый каталог должен быть прирост у тебя обязательно. То есть каждый каталог у тебя должен быть хороший прирост. И, конечно же, ребята, нужно самому активно действовать, самому активно рекрутировать. Сейчас вот мы работаем в офлайн-рекрутинге очень активно. То есть с каждым человеком, с кем мы знакомимся, мы обязательно рассказываем ему о возможностях бизнеса, где бы это ни было, в магазине, в
парке. Потому что мы хотим, чтобы в нашей компании было много зарабатывающих партнеров. Поэтому обязательно не упустите эту возможность, этот шанс поменять свою жизнь. Потому что с уровня золотого директора в Орифлейме реально все только начинается. Премии 1000, 1500, 2000 долларов, путешествия заграничные. Что вы хотите для себя, для своей семьи, с кем вы хотите ездить? Вот мы с первой сразу нашей конференции, я не стала ездить одна. Конечно же, я поехала вместе со своим супругом, и вам того же рекомендую. Вот. Поэтому, ребята, делайте невозможное, делайте результат, и тогда у вас все получится. Успехов, ребята!